Честное слово, как командир хочу сказать спасибо вам огромное. Вам спасибо за такое вот высокое доверие. На днях в кинологическую воинскую часть, которая находится рядом с Княжево, съехались представители практически всех силовых ведомств и органов правопорядка России. На территории воинской части состоялся всероссийский чемпионат по многоборью среди кинологов. Своих четвероногих помощников привезли команда МВД, система исполнения наказания, ФСБ, ФСО, таможенные службы и службы по контролю за оборотом наркотиков. Основным организатором этого чемпионата выступило физкультурно-спортивное общество «Динамо». В этом году, скажем так, наши соревнования получили легальный статус, то есть официально вид спорта признан, официально утверждены правила проведения соревнований, и надеюсь, что до конца года у нас будут уже утверждены нормативы для присвоения почетных званий от мастера спорта. Соревнования велись по трем направлениям. Разыскной профиль – это проработка запахового следа, обыск местности, выработка вещи, задержание, охрана, конвоирование, поиски и обнаружение взрывчатых веществ в ряду машин, отдельно стоящем автомобиле, в малогабаритных предметах, на участке местности, в помещении, а также поиски и обнаружение наркотических средств в автобусе, в легковых автомобилях, в разложенном багаже, в помещении, на участке местности. Ко мне! Данный чемпионат среди служебных собак проводится уже не первый год, но впервые на него приехало сразу так много представителей силовых структур. Более 70 кинологов продемонстрировали владение своими питомцами основными навыками службы. В итоге в командном зачете победителями чемпионата стали специалисты-кинологи сборной команды Федеральной таможенной службы России.